Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ки, и мы сегодня снова сели на проекте Amazing Holy Play, это первый сервачок, все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. А для того, чтобы вам легче было играть, конечно же, вводите мой промокод, пишите /mm, сейбон, пункт, промокод, указая друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм Капсом. За этот промокод вы получите 350 тысяч, просто вводите его, качайте уровень и забирайте свои бабки. Но в этом ролике я хочу поработать час на рыбалке. Реально, посмотреть, сколько я смогу заработать, или что, у меня 15 скилл получается рыбака, и рыбачить я буду на лодке. То есть, реально, это будет максимально интересный видос, потому что рыбалку очень хорошо так пофиксили, и она стала максимально прибыльная. Всем желаю приятного просмотра, всем желаю приятного аппетита. Давайте постараемся на этом ролике на 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал. Ну что ж, дамы и господа, я максимально просто заряжу на рыбалочку. Сейчас я, получается, положу деньги на банкомат, чтобы мы точно потом знали, сколько я заработал. Чисто всю ловешечку сейчас положим. Наживку, удочку, лодку я заправил. То есть я полностью уже готов, заряжен. Через 10 минут должна обновиться рыба, потому что на причале уже рыбы как бы нету. А я буду ловить на лодке, я буду ловить именно на точках. Потому что на лодке, если продавать рыбу, то она будет по 300 рублей. И я смогу сравнить, как бы. Я где-то года два назад снимал про рыбалку видео, и я тоже на 15 там скилле рыбачил, и как бы рыбачил я на лодке, то есть мы сравним, сколько я зарабатывал 2 года назад, и сравним, сколько я зарабатываю сейчас с новой рыбалкой. То есть это будет максимально объективно и интересно, поэтому видосик, пацаны, не перематывайте, смотрите от начала до конца. Я, наверное, предлагаю поехать в самую дальнюю точку. Большое спасибо, получается, Ваня Кристалл, за то, что дал мне лодочку, потому что лодки сейчас очень просто дорогие. То есть, чтобы купить такую лодку, нужно где-то лямов 25-30 миллионов. То есть лодки сейчас максимально подорожали, и их купить нереально, поэтому я у Ванюшки попросил, получается, лодочку, чтобы на ней порыбачить и записать для вас видосик. Сейчас рыба максимально быстро просто уходит, реально, у меня за особой как бы есть рыба, и она реально за 15 минут просто ее нету. Ладно, короче, пацаны, ждем, пока, получается, появится рыба, и тогда будем начинать, в принципе, рыбачить. Я пока лодочку, получается, глушу. И будем ждать, пока, в принципе, рыбка появится. И сразу будем рыбачить. Ну, кстати, с графикой, блядь, вообще рыбачить, пацаны. Реально, красота, смотрите. Что-то красиво. Знаете, вот это такое летнее аж настроение появляется. Потому что, знаете, такая водичка, солнышко просто. Реально хочется, пацаны, обратно, чтобы лето уже было. У нас пацанчик к нам плывет. Ты что, сюда за рыбой пришел? Ну да. А что тут, на часик хватает рыбы, че не? Если по всем зонам, тогда хватает. А если чисто тут сидеть, то хватит мне на часик? Не. Ну а как ты предлагаешь, куда поехать сначала? Ну я вообще начинаю всегда от нефтевышки, вот так сюда. От юшки, типа? Да, от нефтевышки. Просто я видос собрался снимать, хочу часик порыбачить. Ну заебись. То есть предлагаешь на вышку, да, пиздячить? Да. Ну я понял, спасибо. Так, значит, сейчас на вышку попиздим. Оттуда, я думаю, начнем. Потому что, видите, пацаны говорят, что рыба очень быстро кончается. То есть, реально, надо успевать просто приезжать и ловить рыбу. Если я просто буду здесь сидеть, то они говорят, что мне, как бы, рыбы не хватит. Поэтому сейчас мы едем сначала на одну точку, потом приедем на другую. И это будет наша третья точка. И тогда, я думаю, мы сможем нормально, объективно порыбачить и посмотреть, сколько мы заработаем. Не, ну, пацаны, виды реально очень красивые. То есть, с графика на лодке, ебать, красота просто. Я постараюсь, пацаны, максимально просто больше наловить рыбы, потому что, ну, хочется реально полностью лодку зафулить. То есть у меня удочка 100%, наживка 56, я думаю, мне хватит на час. И получается 15 скилл, почти уже 16. Yeah.
Ну что ж, дамы и господа, я попытался, честно, поработать час, но это нереально, потому что рыба очень сильно кончается. В итоге я порыбачил 35 минут. Вы сами, пацаны, все видели от начала до конца, как я рыбачил. То есть, пацаны, ну никак не могу я порыбаться час. Я думаю, вы сами все понимаете. Поэтому мы просто ту сумму, которую я сегодня заработал, умножим на 2, посчитаем то, что мы это заработали за час. Точнее, мы бы заработали за час такую сумму. Людей реально очень много. Но я нарыбачил, кстати, очень даже неплохо. Но если бы я реально работал бы полностью час, если бы рыба бы не закончилась, я бы, мне кажется, нарыбачил бы 2000 килограмм спокойно. То есть у меня даже еще удочка не сломалась, то есть у меня даже наживка осталась. Я даже скилл немножко прокачал свой, у меня теперь 16 скилл. По итогу нам пишет то, что мы получим 283 тысячи. И мы эту сумму, короче, умножаем на 2, это получается 560 тысяч, да? Почти 600 тысяч я бы заработал, если бы я поработал бы час. Так, и по итогу я тогда наловил 700 килограмм, пацан, только. Ну, кстати, блин, то есть рыбалка реально стала лучше, пацаны. Ее улучшили просто в 2 раза, понимаете? То есть тогда я бы мог заработать за час 250 тысяч, грубо говоря. А сейчас я могу заработать за час, если мне хватит рыбы, около там 500-600 тысяч я могу за час заработать. Прикиньте, пацаны, это на 15 скилле. У меня что тогда был 15 скилл в 19 году, то есть сейчас у меня тоже 15 скилл, пацаны. Многие типа говорили то, что вот рыбалка говно там сделали, теперь неудобно рыбачить. Пацаны, очень все легко и просто. Я сам рыбачил, ни одну рыбу не проебал за 35 минут. То есть рыбалка очень удобная, легкая. Я считаю то, что это реально успех. Извиняюсь то, что я не порыбачил целый час. Просто нету возможности, пацаны. Тем более лодка не моя, мне ее уже надо отдавать. Я бы, может быть, еще, знаете, подождал бы payday, еще бы порыбачил. Поэтому рыбалка, пацаны, топовая. Всем советую идти на рыбалку, как бы качать туда-сюда. Пока что на рыбалку очень большой ажиотаж, поэтому рыбачить очень сложно. Но в любом случае рыбалка стала лучше и прибыльнее. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.